Ленка шьет, и я представляю вам итоги своей недели, что сшилось за неделю. Рубрика такая будет выходить. И сшилось за неделю у меня два кубика развивающих и два мини-бука. Сейчас про каждый подробней. Видео будет выходить отдельно, то есть отдельно про каждый кубик расскажу, отдельно про каждый мини-бук, потому что все они совершенно разные. Мини-бук и кубик для мальчика, и мини-бук и кубик для девочки. Первым расскажем про мини-бук для мальчика. Кубики пока отложим в сторону. Выполнен он в мальчуковых, приятных, пастельных тонах. Мятный, фиолетовый, ну, бирюза, фиолетовый, голубой. Так, у нас мини-бук я шью на шнурах. И каждый из них можно отдельно, каждую страничку можно снимать, и это будет отдельный планшет. На обложке ежик, в кубике у нас массажер для пальчиков, такая перетяжечка, ой, перетяжечка, говорю, лабиринтик с сеточкой. Можно туда-сюда двигать, и иголочки прибираются. Открываем мини-бук, и у нас на развороте пироженка, перетяжка. Здесь у нас фактурная овечка с колокольчиком. И тактильная, мягкая-мягкая такая, плюшевая, барашковая, как это, руно называется. Очень приятно, чтобы работали сенсорные датчики. Сенсорика что-то работала наша. Молнии, страничка функциональная, мальчиковая, молнии все спрятаны в пуговке. Очень любят малыши эту страничку, они прям туда-сюда открывают. У меня два сына, и оба обожали убирать эти страницы. Здесь у нас колесики крутятся, колесики, едет слоник, бабочка летает. Как подвижная страничка, колеса не достаются. Для привлечения внимания тоже брюшко такое оно, мягкое плюшевое для сенсорики, да, фактурную ткань использую всегда в мини-буках. И печалка. Тут у нас перетяжка, ведерко, баклажан и морковка. Люблю эту страницу, просто обожаю. Это же шнурочек. Тут у нас будет лабиринт, шнуровка, можжевеловые пуговки, бусинки. Это у нас такой, как этот, гусеница. И вот мы ее как лабиринт проводим через яблочко. Все. Очень вкусно пахнут можжевеловые бусинки, они приятные такие, гладенькие. Ну что, пойдем? Так. Первую дырочку съедаем, протягиваем каждую бусину, вторую дырочку съедаем, протягиваем и так далее. В следующем варианте я сделаю еще, чтобы яблочко, чтобы листочек яблочко надевался на пуговку на ножке. И таким образом еще функциональнее будет страница. Так, мне пришла идея уже, когда я собрала. Ну и зеркальце на солнышко. Сейчас я вам тебе покажу. Где там? Вот я. Привет всем. Ку-ку. И это перетяжка, лучики тянутся. И можно здесь искать похожие вот два зеленых и два арбузика, два оранжевых и два рандомных цвета. И еще тут так же, как и в этом в яблочке, можно перетягивать туда-сюда кубики. Ну и бэк-обложка я шила в подарок для заказчицы. Ну, люблю всегда делать какие-нибудь сюрпризы. Это пирамидка от большого к маленькому. Тут очень хорошая липучка. Капачественная, прям чик-чик. Прям за... Попробуй отрави, называется. Вот такой мини-бучик. И тут свинка-бусики. Вообще, стоимость моих мини-буков, я считаю, сильно занижена. 3 500 рублей. Я буду делать сейчас поднятие цены, потому что материалы очень сильно выросли в цене из-за доллара. Пока еще я в этом году шью по старой цене. Можете заказывать, спешить. Уже в декабре цены поднимутся. То есть в ноябре я еще буду работать 3 500, а дальше уже будет выше цена. Все, спасибо большое внимание. Понравился, если вам мини-бук, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.